Привет, мои дорогие! Привет, привет, привет! Наконец-то домашние, собственноручно приготовленные мной и моим мужем роллы. Посмотрите, какие они получились. Правда, я их так порезала. Надо было его тоже звать резать. Посмотрим, неровно. Но на то они домашние, в принципе. Ну, они, и да. Вот эти, да, я крутила сама. Тебе понравилось роллы крутить? Это большие. Так, давай снимать пробу. Давай снимать пробу. У нас тут, в общем, роллы... Кушай! С лимонадом. Ой, лимонад холодненький. Ну, и скажешь мне, сейчас я еще возьму салфетки. Так, салфеточки, пожалуйста. Скажи мне, какие вкусней. У нас роллы двух видов с рыбой. Причем я настоятельно вам советую не брать красную рыбу. Шикарно получаются с консервы. Вот кто думает, что если делать домашние роллы, смотрите, вот это... Вот я не знаю даже с чем, с курицей или... Вот это с рыбой. Это посмотрите. Вкусно. Да? Вот так. Это я, знаешь, с чем сделала? У меня там оставалось чуть-чуть сливочного соуса. И я сейчас расскажу, с чем я его делала. Берите консерву, вы никогда не прогадаете. Кушай. Я кушаю, кушаю. Вот расскажи. Это вкусно с беленьким. Это беленькое. Это не сыр Филадельфия. Это обычный Хохланд сыр, просто сливочный. Он бывает разного вкуса. Берите любого вкуса. Хотите с зеленью, хотите... Большой. Съешь. Это я сама крутила своими руками. Поэтому, если вы думаете, что роллы это дорого, делайте с обычной консервы. Вот с обычной. Очень вкусно. Никакой разницы нет, чем с красной рыбой. Красная рыба – это для олигархов. К сожалению, уже сейчас, да. Это очень дорого. Я вот взяла тунец по акции. Взяла две банки. Думала, не хватит. И у меня с одной банки, вот сколько вышло тут с курицы копченой. Я хочу, кстати, с курицы копченой попробовать. Вот. Это с копченой курицей. Не, дай с того угла. Пожалуйста, бери любой. А я их тут порезала. Тут, кстати, с копченой курицей что-то мало у нас получилось. В основном с рыбой. И вот у меня даже баночка тунца осталась. А тебе понравилось их крутить? Необычно. Да? Вот с этим девайсом очень легко. Нет, на них смотришь, они так лихо крутят в этих всех. Ну, да. В сушнях. Быстро. Да, быстро. А у них уже рука набита. Смотрите, вот это я руками налепила. А вот это вот этим девайсом. Ну, большому куску и рот радуется. Слушай, мне с консервы больше нравится, чем с копченой курицей. А слушай, они так быстро раз. Все налепили. Ну, у них уже рука набитая. Вкусные домашние, да? Да мне, в принципе, с курочкой тоже вкусно. Самое лучшее с сыром. У меня сыра было чуть-чуть. Я вторую упаковку не стала открывать. Сыр и огурчик придает все же вкус. Какой там. Огурчик придает свежесть, а сыр придает вкус. Вот мне показалось, что я рис пересолила, когда пробовала рис. А на самом деле не пересолила. Вот сейчас даже с соевым соусом кушать нормально. Вот мне нравится с рыбкой, например. Вот такие большие получились. Палочки мне не пришли, поэтому кушаем сегодня без палочек, руками. Сашка у меня вилкой вообще кушает. Как это самое? По-русски. Не японец. Угу. А я и не умею палочки. Да? Ой, а с рыбой, с тунцом такие вкусные. Вон, я их уже порезала. Ну, это большая. Ага. Это можно было еще, смотря. Маленькая, большая, можно было еще напополам. Мне с тунцом очень нравится. И не обязательно с красной рыбкой делать. Да? Тебе какие нравятся? Покупные? Нет, вот это вот... Мы с тобой в одну ходили, там вот такие маленькие они делали. Да. А потом ходили в другую, там вот такие большие.
А потом в той, где были большие, стали делать что-то. Да, в суши-маркете вот такие огромные делают. Большому куску рот радуется. Мне больше понравилось с рыбой. С курицей немножко пресноватые. Да? С тунцом шикарно. Вот обязательно попробуйте. Обязательно. Я так чисто по-русски руками. Как же вкусно. Как же вкусно. Просто благодать. С копченой курицей они немножечко попресней. И их надо все же делать с каким-нибудь сыром. Сыр прям не отличишь от Филадельфии. Не отличишь. Невероятно вкусно. Делайте роллы дома. Делайте роллы сами. Говорите мне обязательно, какая еще может быть начинка. Я как-то делала с крабовыми палочками. Было очень-очень вкусно тоже. Смотрите, ну не красота. Это с курицей. Смотрите, это с тунцом. Вкусно, нет слов. Соевый соус обязательно надо макать. Мне на секунду показалось, что я пересолила рис. Нет. Вот. И много не солите, потому что соевый соус. А с курицей? Вкуснятина. Так что мой гаджет пришел, я его опробовала. Теперь жду палочки. Мы будем с вами учиться есть роллы и удон палочками. А копченая курица, прям чувствуется такой аромат копчености. Я еще знаю, бекон вовнутрь вкладывают. Тоже очень вкусно. Вот так. Зажигаем. Вкуснятина. У меня даже нет слов. Просто вкуснятина. Можно также делать с авокадо. Будет тоже очень вкусно. Вкуснота. Делать их нетрудно, попробуйте. И рис получился очень вкусный. Вкусно. Вкусно, вкусно, вкусно. Покупные, конечно, тоже вкусные. Умеют они там делать. Они быстренько раз. Это вам не домашние, где тяп-ляп. С огурцом вот так. Я вообще вот эти листы очень люблю. Просто обожаю.
Надо подольше так в соус положить, подольше. Вкуснятина. Ой, не могу. Красота, красота. Красота среди бегущих. И хочу вам сказать, вот с этим девайсом для роллов нет никакой возни. Я вначале подумала, ой, возня будет лишняя. Нет, очень-очень удобно, очень-очень просто и очень-очень классно. И даже получается быстрее, чем вот ты руками накладываешь. Ну, я вам показала там, где я руками делала. И мне кажется, с этим девайсом я буду им пользоваться. Мне его сейчас надо помыть. И буду только им пользоваться. Во-первых, они получаются аккуратненькие, такие ровненькие. Вот. Не такие вот лошапетры. Ну, такие, посмотрите, аккуратненькие, ровненькие все. Вкусненькие. Вот так. Так что буду готовить только с этим девайсом. И надо готовить почаще. Во-первых, от этого не потолстеешь. И это очень вкусно. Рис вкусный получился. Вот этот рис Камолина, он сам по себе вкусный. Вкуснятинка. Пробуйте с тунцом. Пробуйте. Вкусно. Ой, хорошо. Я даже иной раз, не знаю, как поставить эту камеру, чтобы куда в нее смотреть. Я даже иной раз просто люблю накрутить рис в эти листья. И вот с сушами так кушать. Потому что я, уже можете знать, эти листья люблю. Я покупаю их в маленьком варианте. С тунцом просто бомба. Бомба. Тунцом атас. Я, конечно, все не съем. Сейчас еще один съем. Так что, может быть, кого-нибудь я соблазнила на эти роллы. На домашние, на вкусные. Делайте. Делайте с тунцом. Попробуйте с другой консервой, попробуйте с горбушей. Мне кажется, с горбушей будет тоже идеально, идеально. Так хорошо посидели, побалдели. В общем, я получила настоящее удовольствие от домашних роллов. Да, это долго. Это не, знаете, не пятиминутный процесс. Не пятиминутный. Гораздо проще, удобнее заказать. Тебе привезли, ты это все разложил, покушал. Если компания хорошая, то они делают очень вкусно. Я, например, люблю покупные суши, люблю. Вот. И... Я заказываю очень часто, либо хожу, кушаю суши. Мы как-нибудь с вами поедим суши каких-нибудь.
там либо в суши-маркете, либо суши-вок обязательно закажем. Порекомендуйте мне еще что-нибудь заказать. У нас вроде Япоша должен открыться. Скоро должен был в апреле открыться. Вот. Поэтому всем огромное спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь, если вам интересно. Пишите комментарии, оценивайте. Я очень рада, что вы со мной приготовили и поели домашние вкусные роллы. Ребят, это на самом деле вкусно. Вот на самом деле. Это потраченное время, оно стоит того, чтобы насладиться вкусом этих роллов. И хочу сказать честно, вот по моему вкусу, с тунцом мне понравилось гораздо больше, чем с копченой курицей. Может, из-за того, что тунец – это консервы, и все же консервы, они имеют свой своеобразный такой соленый вкус, со вкусом специй, пряностей, да, все же это консервы. И поэтому они как бы не такие пресные, чем с курицей. С курицей мне показались чуть-чуть пресноватые. Но огурчик, конечно, свое дело сделал. Он все спас. Спас курицу. Вот. И, конечно же, для сочности в роллы надо добавлять какой-нибудь вот сыр. Сыр Филадельфия очень дорого, поэтому всем советую вот самый обычный сливочный сыр в баночках. Очень вкусно. Вот вы могли видеть, у меня Хохланд, я его беру постоянно по акции. Это не так дорого, поэтому смотрите, если вы добавите с зеленью этот сыр, будет еще вкуснее, можно добавить с грибами, будет вообще атас. Вот. Поэтому всем огромное-огромное спасибо, что вы со мной кушали. Спасибо, мои дорогие. Всем пока-пока, а я ухожу отдыхать. Пока.